Это милое создание – малыш-богомол. Он только родился. Богомол обыкновенный – насекомое с неполным превращением. Это значит, что у них отсутствует стадия куколки, как, например, у бабочек. Новорожденные особи очень похожи на взрослых, за исключением наличия крыльев. Такая неполовозрелая стадия у насекомых называется нимфой. Обратите внимание, что малыши темного, почти черного цвета. Примерно после третьей линьки они приобретут привычный для богомола обыкновенного зеленый или бежевый цвет. Размер нимфы 5 мм. Они очень нежные и хрупкие. Руками их брать не стоит. Лучше использовать что-то типа палочки для присаживания и перемещения насекомого. Буду снимать дальнейшее развитие моих питомцев и делиться с вами. Главное, чтобы усатые росли и не подводили.